Ну что же, я нахожусь в двух шагах к завершению моих магических исследований. И тогда ко мне откроются все силы, все власти, все могущества, все видения, предвидения и все знания. Ну что ж, все приготовления закончились. Осталось произнести только последние заклинания древних шаманов в Майнкрафте. Упс. Ну просто замечательно. Меня портанул черт знает куда. Ох уж эти чертовы эльфийские заклинания древних шаманов в Майнкрафте. Вместо того, чтобы повести новые оккультные силы, я оказался в чертовой дыре. Да еще и, похоже, в небесах. О боже, о боги, Майнкрафте, как я буду выбираться отсюда? Черт, и у меня такое предчувствие, что здесь кто-то есть. Привет, народ, с вами Герон, и сегодня у меня отличнейшая новость. У нас завтра, в воскресенье, в 14 часов по Москве, будет стрим с Agranian Skies. И, конечно же, я буду здесь баловаться далеко не в гордом одиночестве. Будет у нас еще несколько приглашенных гостей. Точнее, меня пригласили, но не суть важно. Будет весело. Так что, ребятушки, специально открываем ту ссылочку, которую видите в описании под этим видео, и топайте туда, благополучно фоловьте мой канал, и когда стрим начнется, вам обязательно придет уведомление на почту. Такие вот дела. Вот так вот работает Twitch. Если у кого-то остались еще вопросы, задавайте их в описании под этим видео. Нет, я не буду говорить, с кем я буду играть. Ха-ха. Ну что, ребятки, пока, жду вас в 14 часов, в воскресенье. Давайте.